Меня зовут Юра Франк, я координатор трансгендерного направления в общественной организации Insight. Фактически я занимаюсь тем, что работаю с транссообществом, плюс мы общаемся с нашими государственными органами по вопросам, касающимся дискриминации трансгендерных людей, а также процедуры смены пола и документов в Украине. Ситуация трансгендерных людей в Украине достаточно сложная, по ряду причин. Первая причина это то, что у нас высокий уровень гомофобии и трансфобии в обществе. Люди достаточно ксенофобные. Они, то есть трансгендерные люди встречаются с дискриминацией, когда обращаются в госуправления. Также они встречаются с, скажем, с насилием, с грубостью, с непониманием близких. Вторая причина как бы, сложного ситуации то, что трансгендерность или транссексуальность, как это обозначено в медицинских документах, до сих пор является, считается официально психическим заболеванием. Это зафиксировано на международном уровне, на уровне международной классификации болезней, утвержденной ВОЗ. А на практике как бы, это становится причиной как бы, стигматизации, потому что в нашем обществе до сих пор, к сожалению, люди с каким-либо психи психиатрическими диагнозами считаются неадекватными, ну, то есть люди относятся к ним с недоверием. И третья проблема, которая в общем-то выплывает из первых двух это сама государственная процедура, э, согласно которой люди получают доступ к каким-то медицинским вмешательствам, которые им нужны и к смене документов, смене имени и пола в документах удостоверяющих личность. Согласно действующей процедуре, трансгендерный человек, если он хочет, допустим, сделать какую-то операцию, сменить документы, то есть официально подтвердить свою идентичность на, как бы, в документах на государственном уровне, должен пройти ряд этапов, которые могут и часто растягиваются на годы. Первый этап ⁇ человек должен обратиться к психиатру стать на учету у психиатра, и психиатр должен направить человека на обследование в психиатрическую больницу, стационарную. То есть человек должен пробыть месяц в психиатрической больнице. При этом как бы, это делается якобы для того, чтобы установить диагноз, точно вот этот самый диагноз транссексуализма. Тут я хочу добавить, что это как бы один из так называемых политических диагнозов, по моему мнению. Такой же, как в свое время была гомосексуальность, Психи, психической болезнью тоже считалось. Психиатров, которые, как правило, люди старшего возраста, воспитанные в, со в советском обществе, скажем так, и получившие образование в советском обществе, у них очень стереотипное представление о гендерных ролях. Поэтому зачастую трансгендерные люди вынуждены там врать, то есть придумывать историю такую максимально стереотипную для того, чтобы выглядеть в их глазах, если это трансгендерный мужчина максимально маскулинно, если это трансгендерная женщина максимально феминно люди проходят вот это обследование в течение месяца, там получается по закону от месяца до 45 дней. И потом, если все хорошо, доктора в больнице принимают решение поставить этот диагноз или нет, и выдают заключение. Получив это, если все успешно, получив это решение, человек должен поехать в Киев, где бы он ни жил, в Украине, поехать в Киев и пройти специальную комиссию. Вот. И там в комиссию входит 12 человек, это мультидисциплинарная комиссия, в нее ходят психиатры, эндокринологи, хирурги, психологи. То есть если им их все устраивает, то они выдают разрешение на медицинские вмешательства, на операции на гормонотерапию. То есть есть такой стереотип, что все трансгендерные люди хотят сделать какие-то операции, хотят максимально есть, приблизить свое тело всеми там, хирургическими способами к внешности противоположного другого пола. Mm. На практике это не так. У людей могут быть разные потребности, есть люди, которым вполне комфортно, если они, допустим, просто принимают гормоны и все. Я из провинциального города, и, то есть, там, где я жил, в том окружении, в котором я жил, то есть это выглядело так, как будто ты не выбираешь свою жизнь. Все, что должно быть у тебя, уже расписано наперед. Если ты девушка, тебе нужно выйти замуж, тебе нужно родить детей, тебе не обязательно делать карьеру и так далее. Выходишь замуж. Я был 7 лет в браке. Мой муж, он неплохой человек. Я не могу сказать, как бы, что он там совершал против меня насилие или еще что-то. Но это было наш наш брак был скорее моим побегом от моей матери, чем моим сознательным выбором на самом деле. Это было также бегство от какой-то степени прошлого, потому что у меня, как я уже говорил, в подростковом возрасте в юности было много неприятных моментов. То есть я пережил изнасилование, пережил, скажем так, насильственное партнерство с человеком, который пил и бил меня, допустим. В тот момент я мало знал, допустим, о феминизме и о социальных причинах вот этих вот всех стереотипов. О них я узнал значительно позже. Вот. Но как бы в любом случае, даже когда я узнал о них, я чувствовал себя некомфортно в этом теле. Я чувствовал себя некомфортно от того, что меня распознают в обществе как женщину и относятся соответственно. Я начал себя называть в мужском роде, идентифицировать таким образом в интернете, в блогах, в социальных сетях. Я писал фанфикшн, и там тоже писал как бы от мужского лица. Просто в какой-то момент мне стало понятно, что я проживаю не свою жизнь. То есть я ее не контролирую. Вот. К тому моменту, как раз мы с моим мужем уже пришли к тому, что как бы, мы жили вместе, но ну, просто как друзья, и в принципе могли и разъехаться. Ну, есть, как бы, я хотел начать свою собственную жизнь, свой собственный путь, так как я хочу. Если говорить о конфликте, который сейчас происходит на востоке Украины, это фактически. Как бы, ну, с моей точки зрения это агрессия России, в общем-то, плюс э, манипуляция ее на, скажем так, пророссийских настроениях людей, которые живут в этом регионе. И сама эта ситуация делает еще более тяжелое положение трансгендерных людей, особенно в тех регионах, где идут боевые действия. У нас в организации был случай, когда к нам обратился через интернет человек, который находился на этой территории в то время и который не мог выехать из-за того, что он, он транс-мужчина, он уже долгое время был на гормонах и вообще невозможно было даже предположить, что когда-то он, скажем так, был женщиной, но при этом у него был женский паспорт, потому что из-за процедуры он не мог сменить, и он не мог выехать. И у нас получилось вывести этого человека только, да, только через... Три месяца почти при помощи миссии ООН мы с ними связались, и они смогли его ну фактически кортежем сопроводить до границы с территории Украины, и наши волонтеры его встретили. У нас есть шелтер, то есть это убежище для временных переселенцев, ЛГБТ временных переселенцев, которые приезжают в Киев и ищут жилье, работу. И это сейчас очень сложно. А если это трансгендерный человек со всеми сопутствующими проблемами, с документами, с работой, то это еще сложнее найти жилье, найти работу. Поэтому, собственно, мы как бы на деньги организации снимаем квартиру четырехкомнатную, в которой живут временно эти люди, пока они находят себе работу и жилье. Ну и последнее, то, что да, к сожалению, активизировались, скажем так, праворадикальные группировки, националистические группировки, у которых, естественно, очень негативное отношение к ЛГБТ, к любым группам, внутри ЛГБТ, и они проявляют вполне себе физическое насилие, это можно было наблюдать во время Прайда, который в этом году проходил. Это можно наблюдать в нашей просто повседневной жизни. Вот буквально два дня назад мне звонила трансгендерная женщина и спрашивала, как там ей писать заявление в полицию, потому что ее там толкнули ногой на майдане независимости какие-то люди с татуировками со свастикой, ну то есть, ну наверное, да. и к чести нашей новой полиции можно сказать, что они хорошо поступили, они ее как бы нормально вежливо с ней обошлись, отвезли ее домой, то есть приняли ее заявление, но теперь надо следить за тем, чтобы как бы дело дальше продолжалось, то есть потому что у нас есть проблема с тем, что преступления на почве ненависти не расследуются правильно, то есть у нас есть законодательство об этом, но оно очень плохое, и чаще всего такие случаи их интерпретируют как хулиганство. А, если говорить о том, какие приоритеты у меня есть в том, чтобы в поиске путей к решению этих проблем, к улучшению ситуации трансгендерных людей. То есть люди смотрят на это, активисты смотрят на это по-разному. Некоторые ориентируются на, скажем, внедрение в политические партии, то есть внедрение во власть, попытки понравиться власти, понравиться неким политическим партиям взаимодействовать с ними. Некоторые больше ориентируются на низовую работу, то есть взаимодействие с такими горизонтальными группами, такими как анархические, какие-то левые, феминистические или просто с академическими кругами как вариант. Обращаясь к обществу, просто к людям, которые живут в этом городе, которые живут в этой стране, я бы хотел пожелать им быть, что ли, добрее и не всегда, скажем так, следовать первой стереотипной мысли, которая приходит им в голову. Иногда не все, что кажется нам очевидным, очевидно. То есть иногда те люди, которых мы привыкли, на которых мы привыкли навешивать какие-то ярлыки, негативные, эти люди не иногда, а чаще всего такие же люди, как и мы, со своими проблемами, со своей жизненной ситуацией. И в ситуации меньшинства, в ситуации угнетенной группы может оказаться любой. Я бы хотел пожелать просто, чтобы как можно меньше людей, на самом деле, оказывались в ситуации угнетения и дискриминации, чтобы как больше, можно больше людей понимали, что это, и пытались не допускать этого. Знаю, что это может произойти в том числе и с ними, с любым.